Всем привет, Гудаури, высота 2400, перевал. Летим. Точнее, готовимся. Так, то есть мы сейчас разбираемся, да, потом просто по команде, потом я сажусь, да? Сначала будет толчок, я вас осажу, и потом вместе. Еще раз, давайте. Нет, сначала мы раз-раз. Раз, два. Толчок. Возьми его за брюшко. Взял. Да, потому что нет того, что Китай, который они могут
так скажем. Ну сейчас тоже себя чувствую в комфорте, блядь. Почему? Почему я чувствую, что мне страшно? Ну можем упасть, там, разбиться, либо еще что-то. Ну да, как бы я себя чувствую в безопасности. Не могу понять, что мне нужно. Я с тарзанки прыгну в Сочи, по-любому. Ух, и вот это было нормально! Не, ну я не заказывал. Не, ну круто. Вообще офигенно. Да. Не, ну такого дерева я ни разу не испытывал. Ты не скажешь? Разбитые колени, поломанные ноги. А у нас 2 секунды и мы стоим. Вообще огонь.